Аромат свежеподжаренного мяса с хрустящей корочкой в уютной атмосфере стильного ресторана. Стейкхаус Lucky Bull – первое заведение в Анапе, где готовят настоящие стейки. Одно из самых популярных блюд во всем мире. Нам проделана большая работа. Год мы сделали, но наконец-то мы открываемся. Надеюсь, что наш стейкхаус будет тем местом, где вы хотите проводить свои какие-то праздники, мероприятия. Просто посидеть с друзьями и выпить чашку кофе. Лидер в листе заказов ресторана Steakhouse Lucky Bull – стейк рибай. Его подают почти поджаренным, мясо внутри светло-розовое. Низкую степень поджарки особенно любят французы и испанцы, а американцы предпочитают хорошо поджаренное мясо. В ресторане Steakhouse Lucky Bull готовят стейки по всем четырем степеням поджарки, только из охлажденного мяса говядины, специальных пород животных. Доставляют мясо из Аргентины и Новой Зеландии. Сочный, ароматный, только приготовлен с говядины, стейк настоящий, обязательно с тимьяном, либо со свежим розмарином, И, конечно, самое главное – это приготовлено с душой. Качественное свежее мясо и мастерство повара – залог вкусного стейка. Для полной гармонии и атмосферы ресторана должна быть соответствующей. В стейкхаусе царит умеренное спокойствие. Само время замедляет ход, чтобы гости отдохнули и без спешки полакомились настоящими стейками. В день открытия гостям подали ассорти из разных видов стейков. Ресторан достойный, и он займет одно из первых мест в нашем городе. Потому что интерьер сам средиземноморский, такой располагающий и к отдыху, и к праздникам. В принципе, я думаю, что дай бог, что пойдет ресторан этот доброго пути. Стейкхаус, да, мне очень нравится ресторан и по тому, как он выглядит, и по качеству еды, и в принципе очень комфортно, очень мило. Мне кажется, очень по-курортному, мне кажется. Потому что светлые тона, дерево, все очень приятно, очень красиво, очень душевно. Здесь созданы разные зоны для разного отдыха. Уютно будет маленькой дружеской компании и солидным гостям на корпоративных праздников. И для романтических ужинов Steakhouse Lucky Bull – самое подходящее место. Здесь понравится и маленьким гостям. Для них разработано специальное детское меню. Надеемся, что пребывание здесь будет отличаться от пребывания в другом месте нашего славного города Анапы. И приходите нам с вашими детьми, тоже здесь будет интересно. Скоро в ресторане откроют детскую комнату для еще большего комфорта гостей. Ресторан Steakhouse Lucky Bull работает с 8:30 утра до часу ночи.